Здравствуйте, это новости на канале Энск-49 в студии Мария Левина и смотрите сегодня. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Академии наук отмечает свой 50-летний юбилей. В регионе стартовала осенняя призывная кампания. Сколько человек призовут в ряды российской армии и где будут служить новосибирцы? Где и когда появятся платные парковки и на какие средства? Этот вопрос стал главным на заседании инвестиционного совета. А теперь подробнее об этих и других событиях. Государственной публичной научно-технической библиотеке «Саран» исполняется полвека. В честь этого события прошло торжественное собрание, а также открытие на фасаде здания мемориальной доски профессору и директору этого учреждения Борису Елипову. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Александра Булдакова. ГПНТБ «Саран» имеет две даты своего рождения. Если исходить из того, что свою деятельность она начала в Москве в 1918 году, то через два года библиотека отпразднует свое столетие. Но новосибирскую прописку библиотека обрела в 1958, а в октябре 1966 года состоялось открытие нового здания библиотеки для читателей, что послужило дальнейшему ее развитию и окончанию переезда из столицы. Вот 50-летие работы Государственной публичной научно-технической библиотеки именно на этом месте так широко сегодня и отмечается с участием руководства города и председателя Совета депутатов. Библиотечный фонд, порядка 15 миллионов книг, и, как говорится, почти каждая четвертая книга написана на иностранном языке, и на самом деле это такой якорь для научного мира и гордость. Гордость не только города Новосибирска, Сибири, это одна из крупнейших библиотек в России и в мире. Последние 36 лет библиотекой бессменно руководил Борис Степанович Елипов, который скоропостижно скончался в феврале этого года. В память о нем в этот же день на фасаде здания установили мемориальную доску. Очень светлый человек, был очень умный, очень переживающий и болеющий за развитие библиотеки, за сохранение, за пополнение фондов библиотечных. И сегодня вот два таких события совпало, и на самом деле те люди, которые работают в библиотеке, они практически все, кто сюда приходит, отсюда уже не уходят. Это люди, преданные этому делу, да, служению книге, знаниям. Сейчас в должности директора ГПНТБ работает уже новый и молодой кандидат технических наук Андрей Гуськов. Так что люди уходят и приходят, а дело, которое их вело по жизни, если оно отличалось востребованностью, как в случае с библиотекой, остается еще на долгие годы. Сделать профессию педагога привлекательной для молодых специалистов и повысить качество подготовки педагогических кадров – такие задачи стоят сегодня перед системой образования в нашем регионе. Причем по ряду показателей Новосибирск в числе лучших по всей России. Что удалось сделать за последнее время для обеспечения школ высококачественными специалистами и чего пока не удалось добиться, узнал наш корреспондент Василий Акимов. Кадры в школах, обеспеченность учителями и эффективность работы. Об этом шла речь в пресс-центре ТАСС, на которую пришли чиновники от образования и ректор главной кузницы педагогических кадров в нашем регионе. По словам собравшихся, тотального дефицита учителей не наблюдается. Так, в школы области сегодня требуется 38 учителей иностранного языка, из них 13 в городе Новосибирске, 25 учителей математики и 22 начальных классов. Не такие уж и большие цифры. Чиновники считают, что это результат планомерной работы по повышению престижа профессии педагога. Каждый пятый рубль из областного бюджета тратится на поддержку оплаты труда педагогов, а средняя зарплата учителей составляет более 30 тысяч рублей, что даже чуть выше средней оплаты труда по региону. Немало внимания уделяется и повышению профессионального уровня педагогов. Важнейшую роль в этом играет Новосибирский государственный педагогический университет, основная кузница кадров для новосибирских школ. Мы в этом году набрали 1847 абитуриентов, и таким образом полностью закрыли все бюджетные вакансии, все бюджетные контрольные цифры приема, которые нам были выделены на этот год. Хочу обратить внимание, что это примерно на 200 студентов больше, чем 5 лет назад. Средний балл первокурсников этого года составил 69,3, что весьма также неплохо. 400 первокурсников – это выпускники ведущих лицеев и гимназии города Новосибирской области. Используются в нашем регионе и относительно новые методы. Например, целевой прием студентов, который может стать заменой существовавшему в советские времена распределению выпускников. Абитуриент должен вернуться
в образовательное учреждение и 3 года отработать. Ну, либо вернуть те средства, которые потрачены на его обучение. Целевой прием – это такой гарантированный способ обеспечить кадрами образовательные учреждения, особенно в отдаленных районах и в сельской местности. Новосибирске решили не только повышать педагогам зарплаты, но и придумали новые способы привлечения специалистов. Например, выплачивать компенсации тем, кто вынужден снимать жилье. В месяц от 5 до 10 тысяч рублей. В результате в наш город потянулись работать даже учителя из других районов и регионов. Конечно же, вряд ли кто-то будет спорить, что труд учителя тяжел, а зарплаты далеко не всегда соответствуют уровню нагрузки и понятию достойной жизни представителя среднего класса. Хватает и искусственно созданных сложностей. Например, большой объем бумажной работы, различные отчетности. Впрочем, постепенно эти трудности разрешаются. Так многие отчеты переводятся на электронный документооборот, что упрощает работу учителя. По словам чиновников, есть понимание и стремление к тому, чтобы повышать уровень доходов педагогов, их социальную защищенность. Здесь все упирается в финансовые возможности государства и региона. В любом случае, учителя вряд ли могут посетовать на отсутствие внимания к своим проблемам, которые, наверное, все же не главное в этой профессии. В ней, наверное, надо прежде всего любить свое дело и своих учеников, невзирая на все сложности. В октябре в Новосибирской области пройдет 108 различных ярмарок, где жители региона смогут купить продукты напрямую от товаропроизводителей по социальным ценам, то есть на 15-25% ниже, чем в среднем по городу. Среди наиболее крупных ярмарок, запланированных в октябре, 2 общегородские и 1 областная. Все 3 пройдут в Новосибирске – в Дзержинском, Ленинском и Калининском районах. По данным пресс-службы правительства региона, товарооборот ярмарок составил 32 миллиона 700 тысяч рублей. Более подробную информацию обо всех проводимых ярмарках можно узнать на сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Осенняя призывная кампания стартовала в нашем регионе. Сколько новобранцев и куда пойдут служить по итогам призыва? Что происходит со здоровьем призывников, а также о том, сколько новосибирцев выбрали альтернативную службу, узнал наш корреспондент Василий Акимов. Около 2500 юношей планируют призвать этой осенью в российскую армию из Новосибирской области. Призыв официально стартовал 1 октября и продлится до декабря. По словам представителей военкомата, призывники будут служить в воинских частях по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда. Большая часть, порядка 38%, мы отправим в войска Центрального военного округа, примерно в этом же количестве в Восточный военный округ. Поменьше, 20% будет в Западный округ отправлено и еще меньше в Южный военный округ. Каких-либо значимых изменений в порядке призыва в этот раз не ожидается. Не считая, конечно, порядка выдачи вехоток новобранцам или изменений в качестве армейской одежды. Вот с этого призыва у нас новая шапка, то есть новый вид, форма головного убора, то есть более качественная. Вот раньше как вехотка, или как правильно назвать, предмет личной гигиены, вехотка, она в части выдавала. Сейчас будем выдавать на сборном пункте. По официальным данным, здоровье призывников улучшается год от года. Если взять вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у нас годность поднялась на 2,2%. А вообще за 5 лет в Новосибирской области показатели годности улучшились на 12,5%. Не все люди готовы взять в руки оружие. Есть и те, кто по моральным или религиозным убеждениям не готов это сделать. Для них существует альтернативная служба. Правда, в этот призыв заявление на ее прохождение было подано всего 9. 3 из них было отказано. Еще один призывник сменил место жительства. В то же время военная прокуратура говорит, что людей, скрывающихся от прохождения воинской службы, становится меньше. Правда, от выводов воздержались. То ли среди молодежи вырос патриотизм, то ли все желающие находят законные способы не пойти служить в армию. Ведь в Новосибирске полно различной рекламы, предлагающей на законных основаниях освободить от прохождения армейской службы. Как бы то ни было, пока рано говорить о том, как пройдет нынешний призыв. О его результатах мы узнаем ближе к Новому году.
Новосибирские студенты представят Россию на чемпионате EuroSkills 2016. Наши ребята вошли в основной состав сборной России для участия в самых масштабных соревнованиях в Европе по профессиональному мастерству среди молодежи. 40 лучших конкурсантов представят Россию на европейском чемпионате WorldSkills в Швеции. Так, Никита Лазурин, студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа, поборется за звание лучшего электромонтажника, а студентка колледжа легкой промышленности сервиса Екатерина Юганова представит нашу страну в компетенции технологии моды, сообщили в Министерстве труда Новосибирской области. Чемпионат EuroSkills пройдет в начале декабря в Гетеборге. В соревнованиях примут участие около 500 студентов из 30 стран Европы. В Новосибирской области возбуждены уголовные дела в отношении судоводителей, перевозивших пассажиров с грубым нарушением требований безопасности. Новосибирская транспортная прокуратура проверила, как обстоят дела с безопасностью пассажиров на судах внутреннего водного плавания и, как оказалось, не зря. Выяснилось, что два судна «Спрут» и «Аллей» перевозили людей с грубыми нарушениями требований противопожарной безопасности. В частности, на судах не было первичных средств пожаротушения, были загромождены аварийные выходы. Жилые помещения оклеены горючими материалами. Кроме того, на судах были самовольно установлены сауны. И это далеко не все нарушения, сообщили в транспортной прокуратуре. В отношении владельцев возбуждены уголовные дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В Ленинском районе автомобиль сбил ребенка и врезался в пассажирский автобус. На улице 9-й гвардейской дивизии автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 12-летнего мальчика, а затем врезался в автобус. Иномаркой управлял 32-летний житель Новосибирска, рассказали в МВД по региону. В результате ДТП ребенка с переломом ключицы увезли в больницу. Еще об одном ДТП в Ленинском районе. На улице Забалуева нетрезвый гонщик попал в аварию. Сначала водителя задержали за нарушение правил, а затем и по подозрению в угоне. По данным региональной полиции, 26-летний водитель «Хонды» находился в нетрезвом состоянии. Молодого человека арестовали, возбудили в отношении него уголовное дело. Напомним, 1 октября в Ленинском районе полицейские задержали автослесаря одной из станций технического обслуживания, который угнал автомобиль Toyota Sprinter Marina, оставленный на ремонт, и попал на нем в ДТП. Разгрузить дороги в центре Новосибирска, улучшить условия парковки для людей, приезжающих в сибирскую столицу по делам. Такие цели ставит перед собой специальный проект. Его обсуждение прошло на заседании Инвестиционного совета Новосибирска. Кто готов вкладывать деньги в развитие парковочного пространства города и как реализация проекта затронет рядовых автомобилистов? Далее в нашем репортаже. В Новосибирске различные многоуровневые парковки могут разместить 17 тысяч автомобилей. Однако специалисты мэрии отмечают, что из-за возможности бросить машину бесплатно и как попало на улице города, эти паркинги остаются невостребованными. Отсюда вытекает множество проблем. Газоны, заставленные машинами, перегороженные автомобилями тротуары и зачастую несколько полос проезжей части. Оттого снижение скорости движения транспорта по основным магистралям города, хамство на дорогах и потраченные нервы. Все это должен исправить проект по организации платного парковочного пространства на уличной дорожной сети Новосибирска, считают его разработчики. Цель создания платного парковочного пространства – это снять проблему пробок в местах скопления автотранспорта, сократить число нарушений, упорядочить парковочное пространство на уличной дорожной сети, создать благоприятную комфортную среду для всех участников дорожного движения, а также улучшить качество жизни горожан и привлекательность города и для гостей города Новосибирска. Предполагается, порядка 10 тысяч парковочных мест в центре города сделать платными, ценой, доступной обычному автомобилисту, около 40 рублей за час. Это должно дисциплинировать водителей, мотивировать их оставлять машину на перехватывающих парковках, а в центр добираться на общественном транспорте. И, конечно, даст возможность тем, кто приезжает в город по делам и ненадолго, к примеру, в поликлинику, парковаться на свободное место. Предлагается идти по пути муниципально-частного партнерства. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Предполагается, что денежные потоки будут под контролем города, а переход на платную основу будет плавным. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220 2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч.